первого дня вторжения Российской Федерации на территорию Украины краматорчан объединила одна цель – больше не позволить захватчикам войти в город. Краматорские предприятия по изготовлению промышленного оборудования объединили усилия в производстве оборонительных конструкций. Только на одном из таких предприятий за 5 дней изготовили полсотни противотанковых ежей. З другого дня війни, коли почали відходити від шоку, почали задіювати свою техніку, допомагати укріплювати, обороняти місто. А з там, третього чи четвертого вже зрозуміли, чим ми можемо допомогти в технічному плані. Ну, робити якісь комунікації, укріплення. Кроме того, предприятие ремонтирует боевую технику, помогая при этом военнослужащим. Зрозуміло, що дуже велике навантаження на ці пристрої, і вони вже не встигають самі це робити. Тому ми намагаємось допомагати, розуміємо, які там виходять з ладу деталі, що треба пристосувати зі старого обладнання до нового. К силовым структурам и территориальной обороне города присоединились и ветераны антитеррористической операции. Они создали свое подразделение. Ветерани АТО, это зрозуміли не 24 лютого. Они впевнено себе уявляют, что війна йде уже 8-й год. Ветерани АТО також трохи об'єднались. Зробили якийсь план, якийсь підрозділ та займаємось там певними речами. Кроме помощи гражданам других областей, где активно ведутся военные действия, в городе собирают провизию для вооруженных сил Украины. Медикаменты, говорят волонтеры, сейчас в приоритете. Це єдине, що нам на зараз дуже потрібно, чого не вистачає. Не вистачає вот таких сумок санітарних. Можна приносити навіть косметички, ми в них будемо все формувати, все складати, бінти, марлі, жгути. Збір продовольства, медикаментів і теплих речей організували і в штабі партії «Слуга народу». Уже сьогодні лікарства для дітей відправили в евакуаційні пункти, куди привезли жителів Волновахи. Люди приносять все, навіть гроші. Да, все приносит. Он, бабушка деньги принесла, да, этот 100 долларов, бабуля принесла 100 долларов, положила, говорит, это на нужды. Вот, продукты приносят, гигиенические наборы. Ну, в большинстве случаев мы сами все покупаем, вот, ну, как это, больше по заявкам, да, вот мы пишем список, там, что вот, есть нужда в том-то, и люди приносят. По-прежнему в Донецкой области тяжелая гуманитарная ситуация остается в Волновахском районе и Мариуполе. Отсутствие безопасного зеленого коридора не дает возможности эвакуировать местных жителей. В Волновахе и ее районе в укрытиях все еще находятся более 1000 людей. Мариуполь постоянно обстреливается боевиками. В городе по-прежнему нет электричества, не работает мобильная связь. Из Краматорска Алена Грамова, Евгений Кармазин.